Спорт не для слабонервных. Айхальские любители экстремальной езды устроили гонки по бездорожью. УАЗики, Нивы, джипы, квадроцикл покоряли трассу возле реки Сахсалох. Гонщикам предстояло проехать 1800 метров по воде, грязи и камням. Какой экипаж лучше всех справился с препятствиями, расскажет Нария Сивцева. 3, 2, 1. Пока это пробный заезд любителей экстремальной езды. В скором времени при поддержке Федерации автомотоспорта Мирнинского района в поселке будет создан клуб. Организаторы смогут провести официальные соревнования, привлечь спонсоров и участников. Мы вот участвовали в апреле у нас в Айхале и ездили в мае в Мирный. И с президентом Федерации пообщались, как бы. И вот, если нам самим просто это интересно, мы сами организованно участвуем. Если это движение пойдет дальше, то будет гонки в Айхале проходить чаще. Попробовать себя в автогонках мог каждый желающий. Протяженность трассы 1800 метров. Гонщикам предстояло за 30 минут проехать как можно больше кругов по воде, грязи и камням. Задача не из легких. После старта сразу два экипажа сняли с дистанции. Одна машина застряла в болоте, другая в воде. Болельщики остались в восторге от экстрима и зрелищности гонок. Справились с айхальским бездорожьем только настоящие асы вождения. Таковым оказался Виктор Пугачев. За 30 минут он быстрее всех проехал 9 кругов и завоевал золотую медаль. Сами готовили трассу, сами прошли, как бы еще и первое место взяли. Куча эмоций, адреналина. Финиш сегодняшней гонки – это только начало. Начало подготовки к новым официальным соревнованиям. Нария Сивцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».